И, сестры, всех я вас поздравляю с праздником, с воскресным днем, с участием в литургии, да, даже с просто присутствием. Если даже кто не участвовал в литургии, не участвовал сегодня в таинствах, это уже большое дело вы сделали и как для себя, так и для всех нас. Сегодня мы слышали с вами хорошо нам знакомый евангельский сюжет. Даже не знаю, как его правильнее назвать, но, наверное, кратко все поймут, если сказать о Самарянке. Вот что, наверное, бросилось мне в глаза. Это вот такой момент, что Бог сказал ей: «Напои меня водой», утрудившись от пути, он сделал этого колодца. Наверное, перевести это можно так, на понятный язык. «Обрати на меня внимание. Мне нужно твое внимание. Дай мне немного твоего внимания, и я дам тебе гораздо больше, чем ты можешь себе представить». Вот если этот сюжет представить кратко, о чем он, и как мы видим все случившееся, то вот это так. Конечно, поначалу Самарянка это не поняла, с кем она имеет дело, но когда он раскрыл ей некоторые обстоятельства, но ну, ее личные, которые, видимо, мягко говоря, далеко не каждый человек в принципе мог знать, то она поняла, что перед ней находится как минимум непростой человек. Она не знала, что перед ней сам Бог, Бог Сын, которого послал Отец совершить великие дела. И вот, осознав то, что она столкнулась с самим Мессией, о котором она слышала, и люди хранили эту память, что грядет истинный Мессия Христос, когда он ей сказал, что это я и есть, который с тобой говорит сейчас. Ее сердце, видимо, нисколько не усомнилось и смогло воспринять вот эту истину, которая из его уст исходила. И она решила, что необходимо и остальным людям воочию увидеть Спасителя. Настолько вот ее это тронуло. И сегодня Бог касается каждого из нас различными способами. Он трогает как наш ум, так и наше сердце, все приводит в какое-то движение. Мы с ним в периодическом, не в постоянном, мы в периодическом все-таки контакте. Постоянно ему мешают, потому что наши, назовем так, прочие устремления, попечения и заботы. И Бог, приоткрывая нам какие-то тайны, а Он сам есть тайна, приоткрывая прежде всего на себя, заставляет и нас желать открыть какие-то сведения о нем, дорогу какую-то к нему, постараться показать, какой нужно идти, чтобы к нему приблизиться другим людям. И вот это очень важно, чтобы это желание было в нас. То есть мы не достигли Бога, и мы его не видим перед собой, как видим других людей. Но его приближение и то, что он входит в нас после причащения, мы ощущаем, мы видим изменения в своем состоянии. Я думаю, мы считаем настолько эти изменения важными и невозможными вне этого, что людям всего мира, которые еще для себя это не открыли, вот, хотим открыть. Пусть это желание с нами будет всегда открывать другим путь к Богу, открывать дорогу в церковь, потому что вне этого я лично не представляю, как еще можно к Богу приблизиться, идя какой-то иной дорогой. Будем вот ее держаться, друг друга укреплять, не унывать. И самое главное, будем сопротивляться врагу с Божьей помощью, видеть его лукавство, его козни. Пусть Бог умудрит нас, даст нам ясный ум, чтобы мы видели, где враг хочет нас подкараулить и всячески отвести от церкви и от самого Бога. Нас пытается отдалить, и будем этому препятствовать. И если увидим, что ближний наш в опасности находится, то постараемся помочь ему. Потому что, кто знает, может быть, завтра он нам поможет, бросит спасительный круг и укрепит нас в нашей вере. Потому что дефицит веры мы имеем, пожалуй, всегда, а веру в полноте, к сожалению, никогда. Вот желаю всем иметь и обрести полноту веры, полноту благодати иметь в себе.
нести ее. Поздравляю еще раз с праздником, подходите ко Христу.